Это воздушная разведка. С помощью такого беспилотника спасатели оценивают, насколько сильно разлилась вода. Пока ситуация в Куандыкском районе не критическая, но опасения у специалистов все же есть. Здесь остаются потопленными три низководных моста, один перелив через автодорогу. Непростая обстановка и у села Зиенчурина. Сакмара поднялась. Подтоплен подъезд к низководному мосту, перелив полметра. От суши отрезаны населенные пункты Дубиновка, Чулпан, Новосакмарска, Мухамедьярова и Индустрия. В поселке Урал организована лодочная переправа, по которой доставляют в село продукты и предметы первой необходимости. Режим чрезвычайной ситуации в Кувандыкском городском округе продолжает действовать.